Привет, привет, привет. Младший диспетчер здесь. Значит, ты новый охранник здесь? Да, это здорово. У нас наконец-то кто-то принялся на работу по срочному вызову. Ты знаешь, мы по очереди стояли в ночной смене, потому что, что ты знаешь, кто-то должен был быть ночью. Но с тобой теперь у нас есть больше энергии, чтобы быть здесь в течение дня. Но видишь, мы, вероятно, будем много заняты. Возможно, ты слышала о месте под названием пиццерии Фредди Фазбер, да. Я думаю, что ее закрыли вчера. Я не знаю почему, хотя, наверное, что-то вроде налога или что-то подобное. Мне никогда не нравилось это место. У меня всегда было плохое предчувствие об этом. Их пицца не так уж и хороша. Во всяком случае, я думаю, что ты очень хорошо впишешься. Персонально очень хороший. Мы уверены, что поможем друг другу во всем, когда мы закрываемся вечером, чтобы убедиться, что столы, наверное, чистые, и чтобы все тарелки были вымыты. Прежде чем мы доходим до дня, теперь для того, чтобы сэкономить энергию, конечно, весь свет выключается, но не волнуйтесь. У нас есть лампа в офисе, которую ты можешь использовать. Если откроешь панель управления, ты сможешь использовать камеры в ресторане. И все камеры получили новую функцию. Это режим ночного видения. Постарайся выбрать самый дешевый способ использовать этот режим. Он возвращает цвета, что хорошо. Ты можешь использовать ночное видение, активировав камеру, когда ты готов. О, и кстати, у нас есть функция безопасности в ресторане, которая ограничивает потребление энергии в нерабочее время. Поэтому энергия не увеличится в ночное время. В основном из-за щитов. Если бы кто-то забыл выключить что-то где-то, ты знаешь. Теперь твой офис также является информационной областью, которую видно. Поэтому снизу от окна по столом должна быть кнопка, отвечающая за дверь перед тобой. И слева и справа есть электрические двери. Это немного тупо, понимаешь. Им нужно питание, чтобы быть закрытыми. Я думаю, что некоторые компьютерные средства всегда проверяют, закрыты они или нет. А может, это безопасность. В случае, если место остается темным, как будто отключили электроэнергию, ты думаешь, что ты застрял бы здесь, но двери открываются автоматически. Если это произойдет, все три двери приводится в движение с электропроводом. Так что, в принципе, я не использую слишком много энергии. В противном случае, место полностью закроют, но не волнуйтесь, поскольку я сказала, что двери откроются, если это произойдет. Ты не будешь в ловушке. Я думаю, это все на сегодня. Да, удачи. В первую ночь здесь и доброй ночи.